муха. Мухи могут так быстро махать крыльями, что производят звук, который ухо человека воспринимает как жужжание. По размеру мозга, мухи считаются одними из самых интеллектуальных насекомых. Жизненный цикл мухи составляет от 14 до 28 дней, в зависимости от вида, температуры и влажности окружающей среды. Специальная подушечка на лапках мухи содержит вещества, которые позволяют им ходить по потолку и вертикальным поверхностям. Мухи являются квартирными насекомыми, которые часто живут в домах людей и обитают на кухне. Основной пищей мух являются навоз, гниющие продукты и другие отходы. Мухи могут переносить инфекционные заболевания, такие как малярия и тиф. У женских мух есть своеобразное яркое пятно на голове, которое помогает в их определении другими мухами.